Ежегодно у экранов телевизоров собирается множество болельщиков и любителей футбола. Но в этом году жителям города Ульяновска посчастливилось болеть за российскую сборную на открытой площадке торгово-развлекательного центра «Аквамолл». На летней плазе торгового центра «Аквамолл» для горожан подготовили уникальную зону просмотра прямых трансляций и матчей. День открытия гостей радовали выступления Федерации черлидинга и мастер-класса от футбольного клуба «Волга». А самых маленьких болельщиков развлекали аниматоры на игровой площадке. Мы на самом деле готовились около полутора месяцев, даже около двух месяцев. Проходили согласование, проходили подготовка. Мы официально оформляли отношения с FIFA в Каннах, в Франции, для того, чтобы получить лицензию на трансляцию матчей чемпионата мира официально. Ну, в общем, и создали здесь комфортную, удобную территорию для того, чтобы каждый желающий смог ежедневно поболеть за ту сборную, которую мы выбираем. Здесь же ульяновцы посмотрели первую игру чемпионата «Россия-Саудовская Аравия». Матч транслировался на специально установленный экран. За Россию, конечно, обязательно буду болеть. И детей буду приучать, и будем вместе с папой смотреть. В дни чемпионата ульяновские болельщики разделят переживания за свою сборную вместе с туристами и гостями города. В течение месяца регион примет около 50 тысяч человек из разных стран. Всех их сплачивает одно – жажда успеха своей страны. Мне кажется, это самое важное – болеть за команду, поддержать команду. Я думаю, это правильно. Площадка «Город болельщиков» оборудована по всем правилам пожарной безопасности. Проход на территории обеспечивают арки металлоискателей. Матч «Россия-Саудовская Аравия» успешно открыл месяц просмотров, а ожидания зрителей были оправданы победой России с счетом 5-0. Александра Волкова, новости «Ульяновской правды».